самками. Рядом. Тараганов. Привил 15 сортов ваших яблонь. Лето жаркое. Прививки выросли больше метра. Толще мизинца. Образовались перетяжки. Ага, правильно. Начал снимать ленты. На некоторых прививках по 2 отростка. Нужно или нет срезать один из отростков? Если да, то когда? Пока не вижу фотографии, отвечать не буду. Это мой присест современной техники. Это вопрос нескольких минут или часов. Так отвечать не буду. Так, Алексеевна, я не оскорблял никого, это за вами повторил, но по-своему. Ну и хорошо, Владимир, зачем вы ввели ВК в заблуждение? Башкирия, Владимир, аж, ну-ка ищем. Кто это меня умудрился в заблуждение, Виноградов? Владимир, Башкирия. Главное, ядре так кипит, а сверху шлак, вы как метеорок насмотрелись. Так, ну книга, еще раз говорю, я с порога ничего не отрицаю. Я бы не был бы Железовым, и сейчас бы не перед вами бы тут ни шашкой не махал, если бы я верил всему, чему как вот эти верят. Как верят эти самые дачные феи, учат убивать деревья. Как эти самые Ольга с Натальей, а мы шикарное образование, а вы металлург. Понимаете? Металлург, но и металлургии тоже не дурак был, если орденоносить. Вот. И вот получается, когда мастеру дают орден трудовой славы, наверное, это чего-то стоит. А здесь также приехал, увидел, вот, значит, и еще раз говорю, мир настолько сложен, он настолько сложен, что с порога ничего нельзя отрицать. Ну все, наверное, мы и закончили. Вот. А, Виноградов пишет. Ну теперь как бы не получилось слово за слово. Вот. А с другой стороны, знаете, я как убедился, многие сайты, вроде присадебных хозяйств, как им нужны были скандалы, они так привлекали людей. Ой, что было. Вот. А я-то думал вначале, что они вроде ни при чем. Когда мой клон там выступал в течение пары месяцев вместо меня, представляете, что он там порол, чушь. Вот. А они молчали, знали, что это не железо. А почему? Им нужен был скандал редакторам присадебного хозяйства. А самый настоящий порядочный человек, умнейший, Юдина Тамара Александровна, уже умерла. После нее такое началось. А иначе им не выжить. Нет посещаемости, нет рекламы. Нет рекламы, нет продаж, нет это, этих самых подписок. Вот они и это. Все, всю грязь, все. Вот. Вот это было. А здесь получается так. Ну, где-то человек спросил мое мнение. Я на него отвечать отказался. Вот и все. Только потому, что я не верю заранее никому. Я назвал несколько причин появления жизни на Земле. И даже свою собственную назвал. Вот. Потому что, мне кажется, она самая такая, с практической точки зрения. А тут 19 век, 18 век, господи, Дарвин, что он там это? У одного зяблика клюв короче, у другого длиннее. Потому что у того он выковыривал с этих личинок, а ему было удобнее толстым клювом, но коротким. А вот на другом острове, там другие деревья растут, там надо больше клюву подлиннее. Вот, надо, хватило несколько тысяч поколений, чтобы клюв изменился. Вы попробуйте зяблика сделать это самое. Самое настоящее это. Вы представляете, что мы прошли, если у наших. Ну вот поймите, как я могу обижаться на Владимира или там оскорблять, или это. Ну вы понимаете, что у нас зародыши, жабры у нас. Каждый из нас жабры были, пока мы были там, в животе. Жабры, жабры. Ну. Ну что, что там это еще нам написали? Так, Владимир Башкирев. Ну, смотрите, сейчас Виноградов с Владимиров будет сейчас перепалку. Остановиться и надо. Ну, получается так. Один другого где-то, мягко говоря, обозвал. Теперь будем ждать, пока тот обзовется. Жалко, что это так получилось. Мне очень жаль.
Я тоже нападаю. Ну что делать? А, нет, то, что Владимир про железо, этого как бы за железо зацепились. Нет, все нормально. Железо этим не обидишь. Вот когда с высоты науки оттуда сверху плюют и говорят, это мошенничество. А я вот до сих пор думаю, где мошенничество? А, вспомнил. Это же из моих косточек получается дикари. Да, мошенничество. Да. Но тогда покойный Боднар тоже мошенник. Он такой, это самый большой стол, на нем абрикосы роскошные, сливы роскошные, черешни 5-8 сортов, тарелки стоят роскошные, красные, белые, розовые. Вот, все это самое. И все из косточек. Но они в каком-то другом мире живут, и только потому, что они просто эти дамы, эти самые, выпускницы Тимирязевки, они настолько уверены, что больше другого мира нет. Нету, нет этого самого Боднара с его вот этими роскошнейшими. Они сейчас лучшие в мире. Из косточек лучшие в мире. Красоты необыкновенные, культурнейшие плоды. Все это уже, это, я уже несколько фильмов снял. Но они же не могут их смотреть. Они сказали, мы смотреть не будем. Нам нравится оставаться такими, в заблуждении. Это как не за это самое, жить на острове и не знать, что там сразу за этим, потому что земля плоская и ничего не видно больше. А знать бы, что земля круглая, а там материк, а на этом материке самолеты летают, все. А тут бегают с бубнами. Вот эти Ольга, Наталья, вот эти тимирязевки, которые оскорбили меня, на это, что это мошенничество, что вырастут дикари, а у меня, значит, Латинкова, значит, у этого самого, еще у десятков, кто уже мои семена брал, а значит, у Боднара лучший сад в Сибири, да? Вот. Они как дикари с бубнами, они же не видят, что там земля круглая, и за горизонтом там уже давно на самолетах летают. Вот так мы и живем. Так, ну, надеюсь, мы на этом заканчиваем. Вот, здесь все великолепно. Вот, заступаться не надо было. Так, а версия с обезьянами заслуживает такого же внимания, ни меньше, ни больше. Все, друзья, заканчиваем. Фух, сегодня у меня опять получилась проповедь, уж извините. Вот, а впереди несколько вебинаров. Но я самое главное сказал. Вот, иначе не надо было вообще даже в этой жизни. Я тоже попадал в историю, я мог бы давно быть на том свете. Я спасал людей, я рисковал жизнью. Вот. Бог меня берег только для этого, вот этого, даже, можно сказать, этого дня, 5 июля. Я много на эту тему говорил. Ну, вы, кстати, итог подвел. А вдруг книги издадут? А вдруг вот это переложат на текст, вот все, что я сегодня сказал? А вам спасибо. Не было бы вас, не было бы этого разговора. Встречаемся. А, насчет семена. Сухие семена еще прошлого года есть, дешевые. Кто-то может, и, извините за такое слово, позариться на них. Так, книги есть, диски есть, лента привычная есть. Здесь вот написано «Каталог семян». Нажимайте, не бойтесь. Вот. И не бойтесь, что у вас что-то не взойдет. Вот. Я когда готовился. Ой, нет, все, проехали. А то сейчас начну следующую серию. Все, друзья, до свидания. Спокойной ночи, до следующего понедельника. Расстаемся, но надеюсь, что это, что будет еще столько же вебинаров, как минимум. Все, остановить трансляцию. Спокойной ночи. Антон Валерьевич, просьба, если меня еще слышно, пришлите мне это, как она называется. Ссылку. Все, друзья, до свидания.
Алло, железо на проводе. Не выключил? Нет, сейчас проверю, а то у меня такое было уже. Спасибо за подсказку. Так, я еще и вебинар не выключил, оказывается. А может, это и к лучшему. У меня секретов нет. О, точно не выключил. А, друзья, сколько там еще наших-то на вебинаре? Может, вот это увидите? Последнее письмо. Внимание. Ведь когда у меня закончились, а их было немножко, тоже, по-моему, 50 штук всего, книги твердой обложки, как бы подарочный вариант, да? Вот. И так получилось, что они были распроданы. 5 оставил для этих. Думал, может, Путин тут будет проезжать мимо, я ему подарю. Ну, хотя понятно, что это... Ну, не смейтесь, шутите, я же могу помечтать. Вот. А вот они свежие 50, твердая обложка, замечательно. И получилось так, что вебинар кончился, а я только сейчас это увидел. Вот вдруг кто-то еще увидит. Все, друзья. Теперь точно отключаюсь. Я просто забыл нажать кнопочку.